Компания «Гавриш» представляет капусту пекинскую сорт «Дюймовочка». Два урожая за сезон. Ультраранний сорт, 50-55 дней до сбора урожая. Качан округло продолговатый, рыхлый, масса от килограмма до килограмма 600 грамм. Листья пузырчатые с широкими черешками отличного вкуса. Номер партии 257-43, количество семян в упаковке 0,3 грамма. Ноль сорок пять грамма на весах.